пасадобль. Именно эта тема взята для короткого танца в нынешнем сезоне. И открывают Гран-при Канады Элизабет Паради и Франсуа Хавьер Олет. Канадцы, что характерно. Честно признаюсь, совершенно я не знаком с творчеством этой замечательной танцевальной пары. Вот обнаружил, что неделю назад они заняли 4-е место вслед за Александрой Степановой и Иваном Букиным на Skate America. И таким образом Элизабет и Франсуа Хавьер завершают свое выступление на этапах Гран-при нынешнего сезона уже в родной Канаде. Поэтому давайте посмотрим. Благо, ночи нынче длинные, и приходится смотреть и мужчины, и женщины, и танцы, и пары. Вот, в частности, на Skate America у меня получалось благополучно проспать не мои трансляции. Вот в Канаде этого не получается. Поэтому посмотрим за Элизабет Паради и Франсуа Хавьер Олет. Пока они еще далеко не первая пара страны. Риверк уже претендует и не без оснований на подобное звание. Ну, а эти 22-летние оба партнера пока только осваиваются среди взрослых. Канадская публика тепло принимает своих, несмотря на то, что Элизабет и Франсуа Хавьер из франкоговорящей провинции Квебека, а не из Британской Колумбии. И, кстати, не исключено, что они не очень хорошо понимают английский язык. Конечно, шансов на это не так уж и много, но в целом варианты просматриваются. Второй уровень получили эти спортсмены за Твизлы. Что касается оценок, то откуда-то арбитры насчитали 0,01 балла прибавки. Не очень себе представляю, как такое может произойти. Но представляете, если все поставили, допустим, плюс... Все поставили по нулям, 1 плюс 1, там, на 2 какая-то крохотная, но не 0,01 балла. Но как бы то ни было, компьютер считает, мы принимаем все, что насчитывает компьютер. Дорожка шагов по диагонали, второй уровень, небольшой плюс, ну и вращательная поддержка в самой концовке. Это уже совсем-совсем другой коленкор, все очень достойно, и плюсы там хорошие.
Какие оценки получили эти спортсмены на Skate America? 52,11 балла был их результат за этот же самый танец неделю назад. Сейчас канадцы претендуют на что-то похожее, но, судя по всему, бригада арбитров, в которой присутствует в том числе и Алла Шеховцова, небезызвестная всем российским любителям фигурного катания, решила не только Алла Шеховцова решила, бригада арбитров решила, что выступление это будет не таким впечатляющим, как в Чикаго. Salut tout le monde à Montréal! À Québec! À Québec! On a Mathieu, DJ Pascal! Toute l'équipe à Gadebois! 50,35 балла. Результат канадцев. Как неудивительно, они первые. Если все остальные откажутся, то канадцы, естественно, выиграют.